Всем привет, друзья! Вы смотрите мультик Плеер, и сегодня Creation of Sonaria. Существа Sonaria. Торнадо вас снова поймал! Что же делать? Чтобы такого не происходило, как сейчас происходит. Ваше существо падает, его ломают. Мало того, что он без воздуха, потому что это водное, оно должно быть в воде, у него заканчивается здоровье. Так еще и торнадо упал. Он еще и выбросил туда. Вы можете, конечно, попробовать долететь до воды, но вряд ли у вас это получится. И чтобы такое избежать, давайте сделаем какой-нибудь из моих способов побега от торнадо. Подпишитесь на канал Мультик Плеер, а я расскажу. Смотрите, торнадо тебя поймал, нажмите на скалы, чтобы сбежать. Это реально действует, нужно как-то попробовать взлететь наверх, уж достать дна, зацепиться за него или за скалу, чтобы там остаться. Посмотрите, сейчас вот, существо осталось, а торнадо ушел дальше. Это один из способов. Вы успешно сбежали. Но немножко тут все-таки здоровье покоцалось. Смотрим следующий способ. Торнадо поймал. Что нужно сделать, чтобы сбежать от него? Все на самом деле очень просто. Мы с вами нажимаем кнопку выхода в меню. Смотрите. И мы выходим в меню. Наше существо целое, здоровое. Мы нажимаем снова играть. И игра продолжается. Смотрите, у него здоровье осталось на месте. Еще раз. Вот торнадо поймал. Торнадо поймал. Мы сразу же моментально нажимаем кнопку выхода в меню. Чтобы с нашим существом все было в порядке, обязательно нужно это сделать. Выход в меню. И вот наше существо в порядке. Теперь у нас падение метеорита. Что мы можем сделать? Это найти пещеру. И под ней стоять и прятаться. Потому что пещера сверху закрыта крышей, и туда ничего не упадет. То же самое можно сделать и с морским существом. Находите дно, под которым вы стоите, то есть как что-то крыша или какая-то пещера, и стоите там. И все. Эти метеориты будут падать сверху на эту крышу, и ваше существо будет в безопасности. Применяйте эти способы защиты от этих катаклизмов и играйте весело в существа Sonaria, друзья. Подпишитесь на Мультик Плеер и до встречи в новых видео. Пока-пока!